хотелось поговорить с кем-то. Тут все разваливается. Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего лица. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного подлатать тебя. Слушайте, я отменяю эту миссию. Замесу CEC и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в Большом море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Это диджей Виджиланд, и мы продолжаем проходить игру под названием Dead Space. В прошлой серии в нас неплохо так долбанулись, можно сказать. Подмога. Помощь. Загубили, короче, мы... Помощь. А, точнее, этот нигер, блин, своей капсулой. Не мог убить. Затолкал туда эту капсулу и сбросил. Они бы хоть проверяли, что там в капсуле. Тупо, наверное, приняли, открыли. Как так можно вообще? Может, там просто больной какой-нибудь был? Даже ничего не проверили. Я в шоке. Нет, подожди. О. Эти кентакли всякие. Я в шоке от ситуации. О, это что такое? А? У меня патрон мало, если что. Костяной мудак. А я... Это, патроны улетели. Я прикалываю, они так со временем сами открываются. Так, такие ящики еще надо тогда поискать. На японском что-то написано. Так, нам куда? Магазин. Давно я не был в магазине. Средний воздушный баллон.
Давай-ка мне ножик. Так. Патроны и аптечки. Все, больше мне ничего не нужно. Капец, аптечки такие дорогие. А? О, какой жирный мужик. Там в нем сидит целая куча мелких. Решил его не трогать. Нафиг. Нафиг это варафик. Глава 8. Найти и спасти. Завершено. Да уж, нашли и спасли. Глава 9. Мертв по прибытии. Мертвы по прибытии. Блин. Рад, что ты дошел. Слушай, да, пешком я шел. Вооружение Вейлера. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против Айза, против Ишимуры. Айз, я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. На чем сваливать-то? Так. Че прокачать-то? Объем это. А. Ущерб. Добавим. В магазине я только недавно был. Понятно, сейчас что-то нас массово ожидает. У нас костюм 4 уровня, а 5 уровня можно получить только если всю игру пройдешь. Там по второму разу. Зона невесомости. Чё это за шарики? Не пойму. Айзек, удар сорвал люки одного из орудий Вейлера. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивно, а шлюз заклинило. Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть внутрь. Так, интересно. Зеленые шарики. Это будет, наверное, не так-то легко, да? Сейчас это я разобью, наверное, откроется дверь. И мне надо успеть эти сферы выкинуть. Но еще и не будет кислорода. Наверное. Так. Блин. Да эти еще мудаки, блин. Я не вижу дырочку, в которую мне скинуть можно. О, вся ж все, все с дерьмо полезло. Так с этими мудаками я вообще ничего не смогу сделать. Ага. Иди сюда.
Радиоактивные материалы удалены. Это кто сказал? Радиоактивные материалы удалены. Чё, где-то не тяните. Так, кислород, не забываем. Этим мудакам что-то еще надо. Чего тебе надо? Иди в свой космос, откуда пришел. Уроды, а? Я прям охреневаю. Да уйди ты. Ты что, не сдохнешь-то никак? Капец, живучая тварь. Так. Радиоактивные материалы удалены. Еще одна где-то. А, тут дофига, блин. Радиоактивные материалы удалены. Ошибись. Опять какие-то педики ко мне пристают. Где эта фигня? Да что тебе надо? Чё за мудачина там? Радиоактивные материалы удалены. Да цепляй ты. Ты гнида тупая мелкая, иди сюда. Достал меня. Просто бесит. Так, где этот шарик, блин? Еще кислород кончается. Да иду я. Так, иду. Отлично. Мудаки эти лезут еще. Так. Где эта дырка-то? Радиационная тревога. А еще одна была, по-моему. Да, не в процессе. Так, куда мне дальше-то? Задание выполнено. Все на китайском каком-то написано. Все на китайском. Ого, мандраж. Это что за? Нафиг. Дерзкий, как пуля, резкий. Детали в двигательном отсеке на корме. Я регистрирую тяжелые повреждения. Возможно, понадобится обходной путь, чтобы туда добраться. Меня аж задница ждет какая-то. Он чем-то придавлен. Давай нафиг сохранимся. Капец, это вот как раз их корабль. Там какой-то нервный бегает. Благодаря им еще новый вид какой-то появился. Резких. Вообще супер. А у них 5-го уровня, по-моему, броня. У меня 4-го, у них 5-го. Солдат не так, как на всех остальных.
Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает боевую броню. Эти модули срослись у них с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Очень быстрыми. Для этого я дробовичок и взял. Столько ящиков. А, погоди. А как этот прошел? Прополз поверху, поверху, наверное. Чисто. Тут сказал чисто. Какой ты страшный! Да стреляй! Блин, перезаряжатка! Да стреляй ты! Капец у него там! Да... Зашибись, чё. Прям вот не хватало мне еще вот этих вот нервных. Их там целый комплект уже. Так, нам вот сюда, да? Во, вот сюда бы этого. Тут же есть неубиваемый, а если его на эту штуку, на этот поток направить? Айз, сделай нас любимыми. Началось. Щит. Что-то мне кажется, вот этот... Надо куда-нибудь он туда. А сделай нас единым. А не сделаю. Айзек, я установил, где ты, хотя сомневаюсь, что я мог туда добраться. Чертов корабль почти развалился пополам. Я добрался до мостика. Тут полный хаос. Эти несчастные не имели никаких шансов. Я хочу разблокировать все двери, чтобы попасть в двигательный отсек. Попробую перехватить тебя уже там. На его этим батареей. Не знаю, куда ее тащу с собой. Но может пригодиться. А, во, а, тут уже и своя есть. Вообще-то батареи тут есть. А. Ты чё его пьёшь? Долбанный мотыль. Да это оружие решает иногда. Вблизи оно мощное. Лучше всяких огнеметов и прочего. Значит, не зря взял. Мистер Кларк. Ты кто? Нам надо поговорить. Меня зовут Терренс Кейн. Терренс Кейн? Доктор Кейн. Слушайте внимательно. Времени мало. Если вы почините челнок, так, то есть задача поважнее, чем сбежать. Понимаете, силы, которые мы разбудили, куда более могущественны, чем можно представить. Ну, ладно. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится, не отступит, пока обелиск не будет возвращен. Вы не понимаете? Церковь ошиблась.
Это ловушка, я все видел. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Началось. Кому-то там хорошо. Не, я его явно не спасу. Блин. Срань такая. Все дерьмо ко мне лезет, я пусть. О, что это такое пришло? Стреляй! Ты че, я здесь? Да ты сдохнешь сегодня или нет? Еще здесь. О, силовой узел. А мне на здоровье хватит. Воздух, но мне не надо. Пригодится. Говорит командор Кадиган, корабль атакован. Это не учебная тревога. Неприятели инопланетяне. Повторяю, инопланетяне очень опасные. Всему персоналу вооружиться, огонь на поражение. О, ты чё? Этот куда пополз-то? Как его колбасит, меня прям прикалывает. Так. Да? А это что? А-а-а. Из этих окон явно кто-то полезет. А, тут кому-то же хорошо. Ух ты, нифига себе. Он свою ногу оторвал. Возьми у него броню, она у него. Там за механизмы. Ох ты, нифига себе. Да блин, я это хочу за. С ума сошел, блин. Что делать? Нам это как надо пройти. Ты мне матерись, блин. Большой кислородный баллон. Ага.
Весело? А? Блин! Как резко-то! Дебила! Кусок! А? Блин, психи ненормальные. Перелез! Хитрый, да. Молодец. Хитер. Я-то через дверь хожу, а он через... Ай, во сколько там? Два выстрела в этот мешочек. На всякий случай. Силовой узел лишним не бывает. Искра не аж так со спины сразу. Да. Опять тут там шепотки свои пускает. Ой, подожди. А, подожди, у меня 6, значит, неполный боекомп... Неполная обойма. Патрон больше нет. Наверное... Опа. Пока. Шелупы всякой ходят, я. А ты, мудак, откуда? Живой? Ты чё отпрыгнул? Не надо отпрыгивать. Чё, нечем теперь на меня смотреть, да? Придурок. Они как будто чувствуют, что страдают. Ну, как-то страдательные такие монстры. Эти потоки мне неплохо помогли. Знаешь ли. Ну и куда он убежал? А он так трудился, шел ко мне. Там никакого ящика я не пропустил, вроде нет.
Магазин надо будет зайти. Приказы. А, задача глубокая зачистка. Караван Шумур. Ну, что прям приказ. Ну, понятно. Так, у меня тут все оружие мы открыли, да, все костюмы открыли. Что продать можно? Так, это надо. Продать. Так. Так, еще, наверное. Так, вот сделаем. Что-нибудь прокачать надо. Опять кому-то хорошо, я не помню. Это все не покупать, не продавать. То мало ли, может, меня сейчас убьют. Вот схватит кто-нибудь за шею. Нежно. Что-то там вообще все плохо. Куда ты бежишь? Иди сюда. Куда он убежал? Нечетко вообще открывается никак-то. Надо с хирургической точностью встать, чтобы они открылись. Да? А, тут закрыто. Этот мужик сюда убежал как раз. Так, нам не на лифт? На лифт. Тут что-то тоже будет сейчас, да? Ну это не похоже на грузовой лифт вообще-то. Ого. Делать. Ой, блин, я думал, за ней спрятаться можно. Да, блин. А куда? Как мне туда попасть? Это вообще... Дела. Я не знаю, как туда попасть. Чё, всё? Вау. Опа. Беги, блин. Что надо делать? Вы
Капец это. Фу, блин, я эти все отстреляла и огонь прекратился наконец-то. Я столько аптечек потратил. Это вообще... Подожди. А, не сюда? А зачем тут что-то включать можно? А. О, блин! Подожди. Это ты? Ты его достал? Черт, ты его достал? Куда показывай? Это то, что нужно. Тащи Опа. Его на пассажирскую палубу. А сюда не обязательно надо было, что ли? Да бери патроны. Че, какой стеснительный. Я не понял, мне сюда? Да, сюда. Вау. Ой, блин. Ты, может, мне откроешь? Что такое? Блин, я ничего не вижу. Короче, размазали его там. Ого. Ого. А что-то тут хорошее должно лежать. Ну да. Ну таких мы уже ни одного мочили. Ай, блин. Да что такое? Я за эту серию столько аптечек потратил. А уйти нельзя. Вау. Блин. Блин. Я думал, он там стекло ломает, он в легкую его выломает. Надо. Наконец-то. Блокировка снята. У меня пропал сигнал от Хэммонда. Он жив? Черт. Теперь остались только мы. Да от него кишки только остались. Блин. Сейчас. Воу. Это все их корабль, вот который приземлился к нам. Блин, а это, наверное, нам нужно будет. Внимание, критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. А, это лично. Блин, все крушится. Все рушится. Думаю, это мне пригодится. Сохранение там. Внимание! Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Thank you.
долбает. Все. Зона гравитации. Нам надо сматываться. Зона нормального давления. Фу. А вы уже здесь, да? Ногу тебе надо отстрелить, чтобы ты так бодро не бегал. О, 25. Неплохо. Че, у меня ни одной аптечки нет? Круто. Так. Чё мне эти деньги, если их? Конец главы как раз. О, верстак. Ага. И как раз еще одно здоровье. Максимум. Оно у меня еще и повысилось. Зашибись. Клевая была глава. Очень сложно. Глава 9. Мертв по прибытии. Завершено. Это был DJ Vigilant. Увидимся в следующей серии.